помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрать. Димыч, ты бы видел, какое у тебя лицо какого-то вампира, который подкрадывается к жертве, когда жертва типа не видит. А мы бродили по вокзалам вместо сладких клубов. One love, ganja, man, и пиво тубок. И дай мне кэшика, я скурюсь или сопьюсь. Повидай кучу галюнов и сочиню блюз. Так, дорогие друзья, не знаю, случится ли чудо или не случится, но типа через пару месяцев этот дом обещают снести. И здесь хотят построить высотку. Случится так или не случится, это уже дело десятое, но как бы хотим запечатлеть это все в истории и увековечить старинные постройки Киева и просто историю города нашего родного Киева. И сейчас посмотрим. Собрались эксперты, значит, у нас. Кладоискатели, диггеры, просто любители Киева. И коренные киевляне диггеры, да? И коренные любители Киева. И пойдем исследовать сейчас подземелье. Нас интересует не то, что на земле, а то, что под землей. А вы знаете, где пещера? Пещера. Да, я покажу. Все, Дмитро Перов, який... Дима, где пещеры? Пещеры, где Дима? Маска, это главный герой. Пойдемте, друзья. При грабеже, Леша, звони 02. Да. Блин, жалко, что снег нападал. Там всюду написано, будь ты проклят, кто сюда зайдет. Вор моего кирпича, будь твой род трижды проклят. Кирпич предназначается на склеп имени. Поймаю, горе тебе. Вот такие загребы кирпича. Бадан, проходите. Аккуратно, аккуратно. Вот тут аккуратно, головку. Лафа, я за твоей женщиной поухаживаю. Веди нас, Сусаня. Веди нас, герой. Налейте мне чарку, я сам тут впервой. Нельзя кирпичи трогать, все кирпичи проклятые. Здесь жил человек, которого прабабушка была в 18-19 веке, здесь жила. Потом пришел Советский Союз, как бы их раскуркулили, расселили это все на коммуналки. То он после своей прабабушки, значит, собирал все эти вещи со всего подола и как бы хотел здесь что-то отстроить, но так и сам вроде по легенде умер. Так, ребята, я скажу маленький исторический экскурс. В 12 веке в Киевской Руси тут был храм и тут было большое такое сооружение, отдельная крепость. Киевская Ладно, Руси. Леша, я чего все, собственно, вас здесь собрал? Диггеров, любителей Киева, фанатов истории, кладоискателей. Я собрал здесь, потому что из дома где-то есть пещера. Я хочу вам показать заброшенный дом. И снизу с подвала есть выход в пещеры. В этой пещере в советское время люди гнали самогонку. Там самогонные аппараты лежат. Даже и так? Можно выйти в подвал. А в 12 веке в этой самогонки пещере не было еще. Прятались варяги. Это варяжские пещеры. Там ну, нарисованы петроглифы. Это как обереги были во время Киевской Руси. Смотри, 868. Это к добру или нет? Я что, нумеролог, что ли? А ты, Вафа, на кого учился? На нумеролога или на картолога? Пойдем, друзья мои. Айда. Вафа, а что так слабенько? Айда. Айда. Веселее. Вот как это выглядело. Вот это чуть-чуть в архивах покопался. Вот такая. Вот этот фасад, вот этот выходит. Вот такой. Вот видишь, вот он двухэтажный. Вот тут все завалили, перестроили 10 раз. Это вот видишь, тут написано... еще на Старославянском, это 1876 год. В Олимпиаду 80, я забыл сказать, был указ посносить все старые дома, которые имеют ошарпанный фасад в Киеве, чтобы иметь красоту города. Типа тогда бомжей на 101 километр свозили, да, инвалиды было. Все поисчезали. Да, да, было. И дома такое. Старые тоже сносили. Ну хоть мой не тронули, но мой не ошарпанный был. Твой хороший еще выглядел, а этот должен был снести, но почему-то не снести. Бывший мой 1872 года постройки. Вот, я уже нашел этот дом, вот мониторю, СУС рассказывает, а я уже... Ничего, уже профессионал. Ну вставим в монтаж, Леша, пошли внутрь. Айда. Оп. Охрана тут есть? Да, вот стоит. Так. Как? Что, я первый лез, или подсаживать всех, я не знаю. Ой, очень скользко. Не, да нормально, тут я залезу, просто все ли пассажиры залезут. Тут все, блядь, инвалиды. Комрада подсади первого. Леша, давай лезь. Куда? Я не знаю, куда. Посадите Лешу? Дима, ну, по Лешу. Блядь, тут нема что делать. Лиз, а ну вот потримай. Там просто а ну с той стороны покажите, высоко. Как раз, два, три, елка. Аккуратно, аккуратно. Все. Залазь! Ну это у вас получилось, а у нас что? Все, есть проход. Все, я в середине. Дик, справишься? Давай, на гор по этому, своему суженому. Да, блядь, как бы
Мені сузити розширені. Это твоє время. До конца своей жизни будешь Вику носить на руках. Давай, погнал. Давай, пошла. Давай. Вика, не всысь на нас. И не встретись. Давай, а что, пошла. Бывает? Ну, конечно, может сейчас это вот. Да нихуя такого не сквертануть да может. Не, на... да нет. Что ты такое говоришь вообще? Стой, стой, давай. Говорю, сквертануть может на нас нихуя. Аккуратно. Нихуя. Опа, да. Залезешь тут-то? Да, конечно, пробуй. Залезешь, что тут ему лезть. Там мужчина. С другого боку есть такая ниша в стене. Можно ногу туда поставить. А вы были там внутри? А что там? Ты же будинок моей семьи. А? Ты будинок моей семьи. А, серьезно? О! Це подільська садиба, стара, така класична подільська садиба. Є головний будинок, там флігель, залишки лишилися його. Сам будинок він був побудований у 1898 році, а в 1919 році прийшли комуністи, зробили тут комуналку. І моя ще бабця і прабабця жили в цій комуналці. В 79-му році цей будинок розселили і його готували під снос. Но в 89-му році тут були розкопки от на цьому місці, і тут знайшли якісь ці елементи побуту, коротше, типу древніх людей. І цю ділянку її зарезервували, мали зробити тут музей. Але музей не зробили, цільове призначення осталося, земельна ділянка для відродження історичного середовища. А цього року вже хочуть поміняти призначення і передати під застройку. Скажи, а звідти є, звідси є вихід в печеру по легенді? З дому самого? З підвалу дому. Отут вход в пещеру. А в домі зараз всередині що знаходиться? Дом зараз наполовину розрушений, в принципі. Ну, зараз підніметеся, подивитеся, там нічого такого. Як. Правда, що тут прописано 38 чоловік? Я не знаю. А ви жили в цьому будинку? Ні. Останньою це моя бабуся тут жила, в 79-му році. А ви приходили в гості до неї? Я народився набагато пізніше. А ви якого року народження? 95-го. А це було в 1879-му, бабушку оцілили? Ні, 1979-му. 1979-му. 1900? Так, перед Олімпіадою. А в 1876-му тут клад знайшли? Цього не знав. Льоша! Пасть закрой, пошли. Какая пасть? Твоя. Нет такой. Вовча пасть. Все, дякую, было приятно с вами поспілкуватися. Гарного дня. А где мужик? Он нам оставил этот. Он сверху там. Він всередині зараз віддаш йому. Давай ему закину. Леша, залазь. Алексей, куда? Ты инвалид? Ну, лавка болит. Ты инвалид? Лавка болит. У тебя МРТ было. Ты водку будешь жрать? Не хочу я водку. А есть варенгу персик? Давай, полез. Ты шо? Леша, лезь туда. Ты шо? С ума сошел? Выйдем через пещеру. Анальную? Да, Наль, ну давай залазь. Давай ты первый. Ну хочешь, я первый, какая разница? Леша, соберись! На государственных, сука, на инвалидных. Все, за балку повесился и пошел. Все, друзья, пернаем внутрь. Шо, сус? Так, друзья, мы попали в центр дома. В советское время, как сказал человек, который здесь жил, тут разделили на коммуналки все. Раз квартира, два квартира, три квартира, а это четвертая была квартира, она обвалилась. Значит, это флигель, потом на квартиры. Но где-то под квартирами в подвале есть вход в пещеру. Сейчас пойдем поищем. Сейчас пойдем в квартиры, посмотрим, что осталось от советских коммуналок. Это весьма интересно тоже в истории покопаться. А дальше будем ниже опускаться этажами, смотреть, что внизу. От кровати, быльца от кровати засовывали внутрь, евреи прятали золото вот тут сюда. А вот обвалилась этаж целый, да? Да, это была отдельная квартира, она обвалилась, причем не так давно. А вы трошечки знаете про цей дім? Мы больше занимаемся печерами. В этом доме проживали фактично предки Дмитра Перова, який ці печери, так звані Вознесенські, от відкрив нещодавно. Тут проживала його бабуся в цьому будинку. Вона, власне, і розказала Дмитру про те, що є такі от печери тут. А тут дійсно є печери? Є, дійсно. Є печери, які вже зараз досліджуються археологами, і яким безпосередньо зараз загрожує небезпека забудови, тому що на оцю земельну ділянку поклав око забудовник, який хоче забудувати цю земельну ділянку на тій підставі, що в нього на цій земельній ділянці зареєстрований по підробним документам об'єкт нерухомого майна. Тому зараз в Київраді
готовий проєкт рішення про передачу забудовнику даної земельної ділянки, саме на тій підставі, що в нього тут є, ну, по суті, якби фейкова нерухомість. І зараз завдяки розголосу вдається лише відтерміновувати оце от рішення, тобто його знімають з порядку денного, але воно нікуди не дівається, загроза така залишається, цей проєкт в Київраді лобіюється певними депутатами, це рішення. І от саме завдяки розголосу, завдяки діяльності там того ж Дмитра Перова, вдалося якось пригальмувати цей процес. А він вирішив, так би мовити, перевірити оці от бабусини історії про ці печери, перевірив, дійсно, печери є, дослідники, археологи дещо в шоці перебувають, тому що, як ви знаєте, раніше ці печери науковцями не досліджувалось, не описувалось, якщо ви візьмете якісь там наукові чи науково-популярні роботи, про ці печери ніде ні слова не написано, а їхня там давність, ну, різні оцінки, по таким, так би мовити, припущенням археологів, вік може сягати там аж до 12 століття, можливо, там це 14, 15, це вже хай археологи дають відповідь на це питання. Але однозначно ці печери треба захистити, зберегти, тому що це буде величезна ганьба, якщо отут почнуть будуватися, звичайно, ці печери заваляться, і ми їх просто втратимо. А ці печери люди зробили, чи вони природні? Ні, звичайно, рукотворні печери, які всі печери на правобережному Києві, на наших пагорбах, це рукотворні печери. А яка протяженность печер? Одна печера перша, ну десь там, не знаю, Дмитро Перов точніше володіє інформацією, він там вимірював десь порядка 38 метрів, що щось 37 таке. 37 кілометрів? 37 кілометрів, так? Да? Метрів. Ну, говорять, що відсюди пещери йдуть прямо в обухов. Там вже теж в імена... Це вже з області міфології, то вже не до мене. А і друга печера, вона дещо довша, цікавіша, вона розгалуджується. Скільки? 58 десь кілометрів? Метрів. Ну, поміряйте, ми з вами можемо залізти. О, погнали! Да-да-да, ми ж несемо. Тримайте, будь ласка. Леша, у нас другая задача. Нам не нужно, как все люди по-обычному. Мы хотим попасть из дома в пещеру. Я хочу доказать тот факт, что из дома есть вход в пещеру. Подожди, но никто не верит. У меня есть пару вопросов. Есть документальное свидетельство о том, что в 1876 году на 21-м участке по Володимирской узвиз найдено 120 монет Киевской Руси. Это сребреники. Вы слышали это? Шокплат тут найден. Не знаю. Не знаете? Не знаю. Я вам зачитаю. И наша экспедиция пришла, чтобы... непосредственно изъять эти монеты. Смотрите, вот карта, вот Вознесенский спуск, Смирнова Ласточкина бывшая. Да. Вот узнаете, где ваш дом? Сможете сказать? Це не мій дом, це до Дмитра Перова питання. Це ж його тут прийшло. До Дмитра Громового. Перова. Громового фамілія. Перов. Я на вулиці Перова живу. Так. Приложення, яке накладують старі карти на нові. И показывают пещеры. Секунду, там написано прямо печь и пещь. Пещь? Леша, и... показывай быстрее. Ага, и что цель? А если ты хочешь всем вот это блогерам, чтобы они узнали, где это место? Я замажу, показывай мне, я замажу. Киев, видишь? Киевская Русь. Видите, смотрите. Да. Вот Киев. Да. А как вот сделать старую современную карту, покажи. Ты хочешь спалить место? Да. Вот. А, это сейчас. Видишь? Это сейчас. А было? Вот. Вознесенский. Это на сколько лет назад мы попали? Это 1860 года карта. Есть еще старее. И что, там есть печера? Есть, да. Вот написано печь. Леша, что такое? Пошли работать. Нам снимать надо. Сейчас потемнеет. Нам еще домой ехать в Обухов. Мне клад надо найти. Клад потом мы найдем. Пошли водку жрать. Нет, срочно надо найти клад. Пошли водку жрать. А то вот сколько уже тут пузы почти выдули. Лешка, все, выключай свою карту, тарахтелку. Пошли. Ладно. 1876 год, 120 монет Киевской Руси, сребреника Владимира Великого, который крестил Русь вот тут, на, где Почайно впадает в Днепр, знаете, да? А что там внутри? Не знаю. Подсадим сюда. Заходите сюда, друзья, грейтесь. Сейчас я подойду через минуту. Бля, как у меня там не верят. А куда он пошел, Леша? Леша! А вы знали, что там открывается? Знаю. Да? Куда? Лафа, куда? Лафа знает, куда идти. Лафа, там дверь с пикир слетела. Я потом поставлю место. Обана, обана! Уже все. Он будет посмотреть. Лафа, что там, показывай.
РСП 19 касочка интересная весьма. О, каска РСП? РСП, да. Первый хабар пошел. О, перчатки, Дима, я шуточки замерз. Все, попали внутрь. Ремзи, Вику, извините. Шо, Лёфа? Вику, посадите сюда. Вика, давай сюда. Вика, вау. Глянь, а баллон светлый, я давно... Вику уж принимай. Давай, Викусик, залазь. Дверь. Нормально, давай. Что здесь? Залазь, залазь, залазь. Мусор, блядь. Заходь в середину. Фу, грязь. Вонючка. Он тебе слова говорит, что ты жила в такой же ситуации у него дома. Да, конечно. Ебать. Как домой попал, да? Да нет, не так уж. Слышь, это... И что, тут могут быть клады? Тут могут быть клады, тут надо пробивать все. Смотри, тут все старое. Тут есть советских времен, есть времен перестройки. Видишь, вот 2004 год. А есть вот эта печка. Видишь, разводка еще верховая. Это сейчас модно, это стиль лофт. Блядь. Видишь, блядь? Так, слышишь, это... Смотри, какая пилка. Слышь, это российский колпак. Смотри, что в натуре? Да, убери, убери свой фонарь. Тут... Леша, убери свой фонарь. В центре Киева. Россия, а что он тут делает? Колпак, видишь? Что он тут делает? Тут, походу, была именно засевка. Тут именно когда... Может, тут ДРГшки? Да, а, это русского ОМОНа шапка. Да. Понял? Ну да, это ж... Лафа, ты видел? Ну, я теперь нашел. Слышь, так надо. А кто заведовал этим местом? Кто тут жил? Димон, я не знаю, но это очень интересно. Ты прикинь, сколько тут всего. Глянь, печку будем пикать, Леша? Настоящая печь. Смотри, все, пошло. Глянь, работает. Леша, успокойся, пусть прибор. Какие-то зыки жили, смотри. Леша, успокойся, да тут все мой надо прибор, раз... бо я его да сейчас... Да не, арматура какая. Успокойся, свой прибор, бо я его разберу сейчас. Это ОМОН. Это мне кажется, что это с Майдана еще. Ты видишь, элитарный номер, по нему можно пробить. Российское спецподразделение. Я каску... А, РСП? Что, да. Как? Российское спецподразделение. Вот, товарищи, блин, россияне, что с вами будет тут, сука, в Киеве. Это вам говорит Лополов. Это уже пошло точно. Офигеть. Да. Пробил? Да, да. Пробил бы так орка. С удовольствием, с великим. Хорошая нужна. СССР. Сука, я снял. О, смотри. Ну хватит. Шо, Лёша? Ух ты, вандал, да. А что это такое? А это, короче, метки ставились. Это гирька? Это, по-моему, когда, если я не ошибаюсь, может, подскажут, это метки, короче, ставились на археологических объектах, когда признается археологическим памятником дом, вот эта вот херня вмуровывается. Это видишь? Для УГК, нет. А что это? Это ориентирование было. Какое? Это так называемый репер. А, ну, реперы, да. Репер. Это сеть была координатная. Ну, я понял, да. Геодезический знак. На высших этих ставились реперы и отмечались точки, да? На высших, на низших. Это место, координата сети разделена. А что еще есть русаков? Пока не видно. А они тут жили или что? Тут могли это, орки ДРГ сидеть, слышишь? Тут в 90-х непонятно кто-то жил, но сейчас это все заброшено. Глянь, арматура какая! Глянь! Охуенно. Ходить на разборки. Покажи. Шо. Навесные выключатели, это, короче, это еще эпохи Сталина. Нет, это разнятина. Лафа, как тебе заброшка? Прикольно. Да. Жил бы тут? Ну, смотри, дай, мы тебе телек включили. Ого. Видишь, он телек стоит. Ого! Смотри, водочка! Не, бренди. Чука, ничего. Не, так давай, по, давай попробуем. Бахни. Да, бухни нормально. Давай попробуем. Ого! Нет, это не оно. А что это? Мы не писали. Нет, это кислятина, блин. Может, оно просто скисло. Там выплевывает. Кисляк какой-то. Дорогие друзья, предлагаю сделать здесь штаб-базу, развернуться там, и тогда уже наши дальнейшие планы думать. Давайте дальше думать. Не шкодь войну. Кань старинная, телевизор. А где ж хозяева этого дома? Ну, ты с девочем говорил, наверное. В 2003 году здесь, по-моему, со всей видимости еще были. Чипчики, можно локти подставить. Кости, мурчалки. У меня вот этот как раз вот срез чуть-чуть.
Видишь, грязный. Уж не зря ты меня, Дима, привел. Посмотри, какие канделябры. Вот эта заброшка вообще шикарная. Ого, и мебели, ковры. Глянь тут все, смотри, глянь, Ленинград. Камрад, прикинь, сколько там хабара снизу. А глянь, внутри-то. Аккуратно, аккуратно, телевизор. Я ваш. О, Лафа, ну померяй очки. Маленький он на меня, походу. А ну притуши фонарь, пожалуйста, Лафа. Димон, блядь, тихо. Она фонит. Сейчас, Лафа, тихо-тихо, Леша. Не фонит, она встала бы, сейчас и фонила. Что там? Фонит. Это радиация? Сколько, радиация? Да, вот смотри, превышена. Дядь, Димон. О, ебать, Эминем кассеты, у меня такие были. Не, это Эминем кассета. У меня такая была, офигеть. Офигеть, у меня такая была, Эминем. Вау, смотрите. Смотрите, Эминем. Кто знает эти песни? Marshall Mathers, My Name Is, 2000, офигеть. Можем, кстати, ее разыграть на комментарии, эту кассету. Я заберу по-любому, что-то с ней придумаем. Ебать, это мое уже. А окно куда выходит? И окно не открывали уже лет 200. Паутина и мыши. О, ласты, Леша, возьми, он ласта лежит. Все, садитесь, Вика, садись. Куда? Да хоть куда-то. Димочка, лянь, вот 77-й год. Размер какой? Интересная Вика, часть. Вика, лянь подарок тебе. Советские кеды твоего размера. 40-й размер, черновцы. Можешь носить? Нехуй делать. Где, хорошо? Новенькие, да? Новый, вообще на даче. Прикольно. Смотри. Будешь носить? Да. Это от меня, от Лёшки Камрада. А это от тебя. Это что? Это тоже тебе. Вот газ с редуктором, блядь, вот такие вот баллоны ребята взрывают. А, блядь! Вот что уничтожили. Это было такое охуенное пиво. Это было очень вкуснейшее пиво. Давай я пиво. Ля. Ну-ну. Ого! О, второй есть! Ля, блядь! Сейчас будем кататься. Вот это заброшка! Так Z-ка это три. Где? Опа, Z-ка! Это русские эти ДРГшники еще и на роликах должны были выезжать. О, для кассет подставка. У меня такая в детстве была. Да, у меня такая в детстве была для кассет. Подожди, может это моя? Откуда тут столько Эминема? Откуда тут столько Эминема? Офигеть. Лафа, ты Эминем слушаешь? Нет, я не люблю его. Или тебе Slayer побольше подошел? Конечно. Я тебе говорю, ты не слышишь меня. Я говорю, я не люблю Эминем. С другой стороны, это кассета. А с третьей стороны, из любви к тебе и уважению, я не буду терять Эминема. На, возьми Дюну. Что не будешь делать? Дюна. Терять Эминем. Привет с большого батуна. Тон-тон-тором. Тон-тон-тон-тор-ро-ро-ро. А вот это подольчик на завод. Ого, антиквар пошел. Брат. Ого. База. Подожди, так а кому это все принадлежит, не Сусанин? Знаю, никому уже. Уже никому. То есть тут, походу, жили какие-то скитальцы? У нас сегодня цель найти пещеры в подвале. И параллельно интересные вещи посмотреть, поискать. И может быть, Лафа, ты сюда переедешь на какое-то время. Потому что тут для тебя много интересного есть. Глянь, паяльничек. Уже идет, да? Дело все. Паяльничек, да? С блоком питания, да. Да, Вика, скоро все приятно. Прибавится в доме. А вот это, ты курил Данхил? Я в детстве курил. Дунхил, а не Данхил. Данхил. Дунхил. Данхил. Данхил. Данхил или Дунхил никогда не выпускал сигареты, потому что это фирма выпуска курительных трубок. С табаком они никогда не были связаны. А почему сигареты для марки назвали? Там есть сигарета покурить. Папа! Смотри, что я нашел. Вау. Пельменница. Это эти, блядь. Ого. Это орешки. Подожди, подожди. Это сказочные персонажи нашего детства. Да. Были у тебя такие в детстве? У него детства не было. А кто? А, глянь! Это что ты этот? Буратино. Чиполлино. Буратино, а не Чиполлино. Кто-кто? Буратино. Мальчик с деревянным пенисом. Опа! Опа, я скарф нашел. Ого! Я скарф нашел. Какой кабель! Пацаны, тут будем рыться или идем сразу дальше? Да давай еще тут пару. Лафа, как тебе местяк? Пойдет. Так в Киеве такой дом, чтобы найти, ого, надо постараться. Я что-то думал про зарез, но это другое, это не думал. Леша, что по кладам? Да тут вообще, тут если это все на барахолке продать, тут можно купить 18 коптеров. Я говорю про настоящий антиквариат. Что, ну надо пробивать, стену. Надо разбирать вот там вот возле этих самых. А это что? Подарочки. Ты что, Вика свой духов выбрал? Лучше в духовку поставь, да. Слышишь, ну тут реально, тут очень круто. Там мне телевизор потряс, заходишь, все завалено и телек стоит.
GVC причем, глянь. Ох ты, поставь сверху кукушку. Как-то слышно на опушке. Вот маяк делал. Что написано? Маяк. Вот маяк. Наш на Киевский, на Петровочке. И на Лесовой был еще. Да. Ну, а что там кукушка? О, ёпта, кукушка! А ну достань ее личико. А что она не выпрыгивает? А, вот она, глянь, да. Красивая. Глянь, какая. Леша, ну потёрни ее. Да не ломай, зачем? Так да я ее достану потихоньку. Не достанешь ты ее. Покажи ее ротик. Да вот она. О, не, да, не выламывай, зачем? Лафан, ну ты еще это твою квартиру напоминает старую. Так да. Нет. Это еще реально, не напоминает, еще как... Леша, я тебе покажу нижние ярусы сейчас. Итак, начнем исследование. Залазь наверх, а вон на... еще ты. Тут! А, так водка сейчас побьется, ты говоришь. Я туда. Зачем ты выглядел, непонятно. Фунай! Фунай! Леди Фунай! Леди Фунай! Глянь! О, я это за... Вот, вот первый клад, давай! Да я переберу здесь. Аккуратно, булавки могут быть прыщи. Вот, ребята, вот такие монеты могут стоить дороже. Ого, глянь, тут наркоманы точно были. Мак... А, по мне дали, глянь. Не да считай, подожди. Говно всякое. Мак, смотри. Давай, протру. Ладно, давай. Маковое зелье в сердце вошло. Мои вены поглотил мак. Ага. Какой год? Оно же кориандром пахнет. Просрочка, да? Ты шо? А хоть бы еще. Вот аккуратно дарить монеты могут быть монеты. Монеты все мне. Леша, Леша. Блять. Леша, Леша. Вау. Что там, что там? Там кто-то брился. Смотри. О, красная плесень. Маленький цветочек. А вы фанат этой группы? Да. Я фанат этой группы. Боковые вообще дайте. А что еще? Да их побьют сейчас. Блин, это новое. А он еще что-то, оно что-то за кассетом. О, Made in Ukraine, он достань, что это такое? Глянь, какие-то украинские парфюмы, да. Музыка. Глянь, 12 москальских песень. Сидит. Подожди, покажи. О, 12 москальских. Про другая класс. Я забираю. Підмоскальские вечеры, кайметал, капюшон. Леша, надо туда войти. Посмотрите, здесь до потолка завалено. Аккуратно, без водку, блядь. Леша, что? Накинь чуть-чуть, аккуратненько только. Что-то такое. Опа, еще! Краснуха! Леша, зафиксируй. Дима, Леша. Найди мне краснухи. Вике передай. Вика, одевай. Одевай! Класс! Новый! Бэшка! Я не буду. Бэшка! Не-не. Плохой? Я ноги накрою. Да. Блядь, можешь чуть-чуть оттянуть? Сейчас, подожди. Вот, смотри, кассетный набор. Леша. Кассетный блок. Прикольная штука. Покажи, что там. Это, короче, фигня вот такая. Ставишь так, она течет. Она сломала. А теперь она не течет. Леша, ну на голову не теки. Слышь, подожди, а тут удивительно, что тут никто не прибывает. Вообще же здесь нема никого. Вика, нравится тебе? Слышь, там пылесос, ракета, он там в самом низу именно, глянь. Он ЗУС достает, глянь. Лафа, что, присоединяйся к раскопкам. Я дома накопался. Я дома, говорит, накопался. Леша, потяни. Только не поломай шкаф старинный. Леша, что? Потяни, говорю. О, старые песни о главном. Леша, сейчас ну я не занимайся ерундой. Да, ну там клад лежит. Домкрат. Леша. О, ребят, кто помнит, там Сим Слышкин. Шишки падают в лесу, я иду на колбасу. Леша, а? Ты потяни. Что, это могильная плита? Это кусок гранита, но короткий. Мне нужен подобный кусок. Леша. Вы длиннее, чтобы ты был. Мне не помоги, Леша. Для забывания гитарных грифов. И гриф не будет. Ты найдешь вот эту? Ставится и играет. Да, ну открой мне дверь, я войду. Это вот Вот это место вообще шикарно. Леша, помогай. Леша, откати мешок. Как я откати там хабара? Отойди отсюда нахер. Давай сюда. А ты мне достанешь ту? Открой. Бля, там фотки этого места, этого окна. Распечатаны. Покажи. Вон, надо достать. Надо добирать этот мешок. Блядь.
это не... Возьми. Да нет, это ментовская форма. А, смотри. Ого. Да. Ебать. Смотри, тут мусорок. Погоны покажи. Надь. Комрад, работай, я тебя умоляю. Это стоит денег. Комрад. А что советский? Комрад. Это... Советская форма, да. Нам Димка денег не заплатит из-за тебя. Одевай. И будешь бензин за свои заправлять. Надевай. Это стоит денег? Вряд ли. Давай работать, комрад. Да, вот давай. Этот мешок бери. Я не смогу. Давай. А не, уже не смог. Что там? Что там? Что нашел? Смотри, микрофон и вот такие вот наушники раритетные. Это военные, это не гражданские. А куда они идут? Не только. А. Так аккуратно, оно куда-то пришло. Подожди, оно идет куда-то. Вафа, помоги мешок вытащить, пожалуйста. Алло, алло, я нашел хабар, я нашел хабар, требуется подмога. Котофей Бона, вызываю, Котофей Бона. Котофей! Сейчас Бона подъедет. Леша, ну помоги. На. Леша! Су! Возьми мешок этот. Я не смогу, я хиляк. Ну давай, ну возьми. Видел такие трюки? Тогда отойди в сторону. Да ну не хочу шкаф ломать, шкаф тоже продадим. Он же старый. Говорит, тоже продает. Ну блин, а чем мы сюда пришли? Мы молодые, блин. Опять Эльзагулом пирог жертвен. Ебать, лицо лутуре дома, это смешно. Реально. Вафа, у меня для тебя подарок. Это сигналки. Вот, поставишь дом свой под охрану. Да. На. Короче, вот эту кнопку нажимаешь, и все, и менты к тебе приедут, если хабару такой будут у тебя воровать. Да. А вот комрад. Комрад, как работал, так и заработал, без тебя открыл. И весь хабар заберу тебе. Пошел. Так, подошел. Так аккуратно. О, не напрыгивай сюда, куда? Ебать там денег. Куда напрыгивай? Да, деньги? Пошел. Вот, смотри. Сука, глянь, вот лежит. Тихо, тихо. Тихо. Ого, что это? Вон копейка какая-то. Да. Глянь, какого она цвета. А кто это все сюда принес? Нет, это вот так... Ты видел, какого она цвета? Золотого. Ну да, такого не бывает. О, нарды. Шахматы. Опа. Магнит. Да. Вау. Это тебе. Закрывай. Он, достань фотки у тебя. Вот тут пошел фотка. Вон, я фотка разбирал, на фоне. Я и скажу, когда доставать, и когда нет. Вот, смотри, самое интересное, Дима, смотри. Да, блин, аккуратно. Вот, смотри, тут чувак. На фоне... Это ж тут дядя. Да, да. На фоне этого окна нет, вот тут покажи... сидит. Леша, покажи мне. Дима. Ага, Арсик бухает в теме, пацан. А вот фотки этого объекта до ремонта. Вот, ребята, напишите, да, там копейка это... цвета 10 копеек. Она денег стоит немерено, ее уронили. О, смотри, царский. Каблучок, а что он делает? Лафа, что это такое? Это рубанок. Бля, я покупал такой недавно. Ты работаешь, работаешь, да, таким? Да, конечно. Офигеть. Потом подвигаешь. Размер больше идет. Моего я купил ты недавно такой, помнишь? Да, я помню, что это. Цена 3 рубля. А я купил 3 рубля. Трусики нашел себе, смотри. А целые есть внутри? Да. О, смотри. Вафа. Трусики. Excel как раз твой. На, трусики новые, посмотри, запечатанные. Новые, новые. Покажи, какая мужчина на обложке. Сюда, сюда на камеру. Да я такие вообще не ношу, ты шо? Смотри, какая мужчина. А такое точно не ношу. А, чего? Вот они, вот да, вот ты знаешь, я ношу. Могу даже камеру продемонстрировать. Блин, может, тут какие-то неформалы жили? Да. Что это, Лафа, покажи. Засахаренное варенье. Есть с него толк? Брагулет. Или в чай. Лафа. Лафа, лянь, подгоньте. О! Классно? Пара. О, давай, Лафе, Лафе, выдавай. Вон вторая. Лафа, на. А, ракета. Пылесос. Рабочий? Да, вон, смотри. Ракета. СССР. Комрад, с тебя же поставила полку, как козла молока. Ты не своей уже увлекся. Тебе что, зарплату в комраде не платят? Сейчас, я сюда хочу. Опа! Приставка дециметровая. А что это? Это дециметровая приставка. Да что ты хватаешь? Юниор 1 стерео, видишь? А что это? Телевизионная приставка. Вот туда сверху. Телефон. Что там есть? Телефон. Звони Бона. Телевизор. А что тебе Бона? Я смотрю, что внутри. Глянь, вот это вот. Ой, горилка. И два мужика такие под мухами. Тормозная жидкость не была. Это ее пили вот эту? Да нет, конечно, это что? Это подъем был. Ого. Что, старинная книга? Да. Какой год?
про большое вымирание динозавров. Лафа, посмотри, вот этот денег стоит. Счетчик? Да нихуя не стоит. Бля. Вау. Понял, скотчем все обляплено. А, и Bear Grylls в конце, смотри. Bear Grylls. Да, он же приезжал в Киев. Лафа, ты не пересекался с Анджелиной Джоли? Никогда. Лафа, проверь. Шо це? Не знаю. Лафа. А ну, шо это? Моча запакована или да шо? Нет. Какая-то хитрая. Скипидар. Шо? Скипидар. А шо говорят, что скипидаром сраку, если намазать, что-то будет? А шо будет? А, так же можно мазать раны. А-а-а. Какой-то лак, походу. Ого, смотри, там есть шухлядка, которая закрыта. Представляешь? О, старинное пространство. Тормозуха, ну если... На, будешь как человек бухать. Микрорюмочки. Давай откроем шухлядку и пойдем дальше. Давай, не ломай кулек, там бухло все остальное сложил. Надо еще тебе в сторону туда переехать, наверх. А я раскрою шухлядку и пойдем дальше. Кулек это тоже бухло мы покупали. Я предложил там раньше туда. Градусник на подоконник положил, и так случится. Да, убери подальше. Он уже не годится, он уже перенос. Ну, тут не представляет. Ну, давай, фото на превью. О! Набирай, как будто старый уже берешь. Лафа, переедь чуть-чуть в сторону. Погоди, сейчас. А который час? Успеваем еще? Да. В пещеру попасть? Да. Ну, наверное. Лафа, хочешь пещеру? Конечно. Мяу-м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 я
Так, убирайте эту ракету, значит, не надо больше. Она... Пиздец. Лафа, ну съедь чуть-чуть в сторону. Погоди, я не могу сразу съесть. Лафа, лафа. О, это с набора. Есть еще или нет? Да, вроде провалили, сюда нет. Еще одно не хватает. Да, что? Ты лучше туда, может, убрать его, а? Нет, отойди в сторону, я разберу. Да ебать. Не, я понимаю, что вы это выкупили, вы прикольно разобьете его. Кого? Бухло кого. А что мы его разбивать? Не, ну нахуй, забирай, конечно. Кто-то на вот отдвинуть и все, все дела. О, лафа! Что там, Леша? У тебя бутылочка. О! Самые классные находки. Наборчик. А. Нас этот мусор не интересует, нас интересует только золото и драгоценности. Мы золотишко заберем себе. Все меньше и меньше в городе заброшек остается. Да, их вообще нема. К сожалению. Это чуть ли не последняя заброшка в Киеве. Видно нормально? Лёшка! И сюда. И сюда. С ноги. Ух ты! Что оно? Серебро. Век. Век доложить! Вот ты. Серебро, да? Еще достану. А что это шухлядка с драгоценностями? Ого, украшение, антиквариат. Короче, ладно, все, там маленько. Что, идем дальше? Лафа, это что, штык от Мосинки? От винтовки Мосина. Офигеть! Штык от винтовки Мосина, образца 1874 года. Меняй на кассету красная плесень. Выпускалось оно до 54 года в Советском Союзе. Серьезно? Да. Все солдаты воевали с такими это винтовками. Это да, на винтовку примыкается, зажимается хомут. Ну, раритетное. Можно колоть зверя в лесу. Да что угодно можно колоть. На кабана. Стена войдет, не худи. Ты что, это ж когор? Это ж гобелены 19 века, вы что? Офа, ты меня пугаешь такой штукой. О, Рамштайн! Покажи! Да покажи! Ладно. Рамштайн! Рамштайн! Слышь, это мое отсюда! А что за картриджи? Это я буду играться, это в детстве ушко стрелял, тянь там. Ого, какое приблизь. Богатство, класс! А вот, смотри, а есть Сега, Александр Кальянов. Сега Мега Драйв. Смотри! Есть Сега Мега Драйв. Лянь! Сега Мега Драйв. Это тетя Мент и дядя Пися.
Дай мне. Ой, Игорёк, привет. А, привет, да, ребята. Привет. Дань, тебе будешь учиться шутить. Здесь, короче, мастерская шикарная. Где это? О, смотри. Здесь квартира, Игорь, тебя шутят. Игорь, ты адресом ошибся. Здесь нет, мастерская. Это веломастерская. Здесь всегда покупаешь велозапчасти. Лафа просил 3-9 ему принести. Так это же не 9. Это же... А что там за коктейль Молотова? Вон коктейль. Реальный коктейль Молотова. Это Бандерс Мьюзи, 54-й год. Украинские песни! Украинские песни! Мамо! Наши дети, як птиці, я это оцифрую, на тикток заброшу, миллионером буду, миллионером. Леша, если ты так будешь работать, нам Дима денег не заплатит, пошли работать. Пошли. Алексей, мне работать надо, ты должен мне помочь. Я тебе чарочку налил, налил. Блядь, раз. Да ты заебал, я песню украинскую. Два. Ух ты, два. Два с половиной. Действует. Пошли. Кого бьют, не помню. Вика, ты здесь? Да. Брат, идем! Идем! Ты что? Сладкий, не убивай меня! Я тебя убью! Я как... Вита! Так, друзья, хабарить не надо ничего. Здесь дом... Готов под снос. Ничего брать отсюда не будем. А нам надо сегодня найти пещеру. Мы хотим подземелья. Пошли.